В хоккей играют настоящие мужчины. На ледовой арене «Зенит» в поселке Томилино состоялся товарищеский матч. На лед вышли команды правительства Московской области и научно-производственного предприятия «Звезда». Это первый хоккейный матч в рамках создаваемой в Подмосковье корпоративной лиги. На игре побывали и мы. Сразу после стартового свистка обе команды играли в атакующий хоккей. И любая ошибка в обороне могла привести к забитой шайбе. Спустя 2 минуты так и произошло. Капитан «Звезды» Валерий Пугин признается, пропущенная шайба добавила остроты в игре. Его команда сыгранная, тренируется минимум раз в неделю, и победу сопернику так просто не отдадут. У нас это, наоборот, тонизирует, скажем так, да, то есть дает некий холодок в плечах, который, я думаю, мы преодолеем. Быстро отыграться хоккеистам «Звезды» не удалось, и к перерыву счет был уже 3-1 в пользу гостей. В составе команды правительства Московской области на лед вышел глава «Люберец» Владимир Ружицкий. Хорошая такая, очень корректная игра. Нет здесь каких-то силовых приемов, нет здесь какого-то хамства на поле, что очень важно. Поэтому эмоции держатся при себе. Хорошая игра. Инициатором хоккейных баталий стали игроки команды «Звезда». Они и пригласили министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терешкова на товарищеский матч. Можно считать его как какой-то один из стартов корпоративной лиги, потому что команда НПП «Звезда» играет, видите, на достойном уровне и готова составить, я думаю, конкуренцию любому предприятию Московской области. После финального свистка счет в товарищеском матче был 9-5 в пользу хоккейной дружины правительства Московской области. В командах не исключают, что подобные встречи на льду станут традиционными. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.